хлеб из печи с корочкой, с хрустящей. Ну, как говорят, хлеб-соль встречают людей. Ну, и вот так, наверное, назвали этот каравай. Что он большой, дружелюбный, всех принимает и всех радует. Все берем. Тут очаровательная девочка стоит. Все предложит, вы никогда не уйдете без трех сумок. У нас расширились торговые площади, стало больше ассортимента. Он стал ярче, красивее, вкуснее. Наш директор просто умничка. Он делает все для этого своими руками, своими силами. Каждый день народу здесь много. Оптом, как бы скажем, берут. Это на дни скидок. Это 1 и 15 число каждого месяца. У нас 20% скидки на весь товар. Мясо положено есть хотя бы раз в 3 дня, потому что там самые, что ни на есть, питательные вещества, которые нужны организму. Я считаю, что это очень вкусно, потому что это не фаршевая колбаса. То есть она такая набитая, она кусками, то есть кутированная. Здесь они могут взять и 100 грамм, и 200. Предварительно мы дадим попробовать. Мы даже даем попробовать на будущее. То есть мы даем попробовать и говорим, это вам не сейчас, но имейте в виду, что у нас есть вот такая вот вкусняшка. Они возвращаются и благодарят, и нас всегда поздравляют и со всеми праздниками. Я хожу там за определенной колбасой, положим. Ну, мясо мне здесь нравится там брать. Покупателей мы можем научиться, наверное, только слушать их. Потому что они хотят, чтобы мы их выслушали. Я вообще позитивный человек такой по жизни. Я с утра прихожу, я сразу веселая, шучу, анекдоты рассказываю. Так что почти, вот по крайней мере, эта часть отделов в моем павильоне, мы все смеемся и пьем кофе. Рыба у нас вся либо Мурманск, либо Дальний Восток, либо Камчатка. Рыба изумительная, лабань. Просто жарить. Она настолько вкусная. Она вкуснее, чем любая другая рыба. Она очень похожа на треску, но она сладковатая. Есть замечательные места. У нас есть магазин посуды фирменный. У нас есть магазин «Лаванда». Там цветы, подарки. Если зайдешь в какой-то маленький один магазинчик, там столько всего вы не найдете, как у нас. Благодаря последним разработкам наших технологов и дизайнеров Fisman мы производим продукцию, которая не только выполняет свои функции, но и является украшением любого интерьера и даже способом самовыражения. Выбор больше, глаза разбегаются. Жене штаны и кофту, а ребенку игрушку, наверное. Сам торговый центр очень уютный, так удобно сделан. Ты идешь, не надо там закоулки, там, что-то, ты все видишь. Как-то мы здесь прям вжились, и нас здесь любят. И мы тоже любим всех.